Итоги спортивного года подвели в Подмосковье. Встреча прошла в пресс-центре «Арена Химки». В городской округ съехались представители всех муниципалитетов области. Среди участников – руководители спорткомитетов, спортшкол и областных объединений. Министр спорта Роман Терешков отметил, что за прошедший год эта сфера вышла на новый, высокий уровень в развитии. Готовится резерв, спортсмены принимают участие в крупных соревнованиях. В летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Подмосковье представляли 45 человек. Из них 15 завоевали награды, в том числе 8 золотых. Непосредственную роль в этих успехах играют и Химки. Наш городской округ сегодня является лидером в развитии здорового образа жизни. Здесь сосредоточена и федеральная база по подготовке спортивного резерва. Здесь очень серьезная система подготовки спортсменов. Яна Игорян, Артур Ахматузин, те золотые медалисты Олимпиады, которые вышли и отсюда, из Химок, они здесь подготавливались к Олимпийским играм. И, конечно же, здесь очень серьезная база и по футболу, свыше 1000 человек занимается, мы подготавливаемся к чемпионату мира по футболу, и 4 базы будут находиться здесь, на территории городского округа Химки. За особые заслуги в развитии спорта на территории области министр наградил грамотами и кубками. Среди лидеров есть и химчане. Клуб «Благо» отметили за реализацию программ для людей с ограниченными возможностями. У нас развиваются все виды спорта и большинство видов спорта, и практически все заболевания, которые входят в паралимпийские игры, сурдолимпийские игры. То есть со всеми заболеваниями мы работаем. На ближайший год перед областным Минспортом стоит две главных задачи. Подготовка к зимней Олимпиаде 2018 в Южной Корее и организация чемпионата мира по футболу.